Очередная рабочая неделя в администрации Северского района началась с планерного совещания. Перед обсуждением вопросов Андрей Дорошевский наградил выдающихся работников сферы образования почетными грамотами. Планерное совещание провели с участием заместителей главы, руководителей управления и глав поселений. Первым с докладом выступил директор управления капитального строительства Владимир Флерко. Он рассказал об участии района в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». В 2022 году в рамках госпрограммы развития сети автомобильных дорог Красноярского края в соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства номер 302 от 17 мая муниципальному образованию Северский район вместе с поселением из краевого бюджета выделены денежные средства на общую сумму 114 миллионов. В этом году с помощью нацпроекта отремонтируют участки автодорог в Афипском и Смоленском поселениях. Глава района поручил коллегам усилить работу в данном направлении. Обсудили и реализацию муниципальной подпрограммы развития общественной инфраструктуры. Владимир Флерко доложил собравшимся о темпе строительства блока для начальных классов Афипского лицея. Стоимость работ составила 261 миллион 260 тысяч. Срок завершения строительно-монтажных работ в соответствии с контрактом 30 апреля. По состоянию на 30 мая строительная готовность 31%. Выполнены работы по устройству монолитного конструктива в объеме 3 этажей, облицовка и кладка кирпичных перегородок в объеме 2 этажей. Данный вопрос Андрей Дорошевский держит на постоянном контроле.